Самое массовое спортивное мероприятие в стране. Лыжня России с каждым годом только доказывает этот факт. Здесь нет ограничений по возрасту или спортивной подготовке. Главное – желание. Его у ульяновцев хоть отбавляй. На биатлонную базу «Заря Улгу» приехали семьями и компаниями. Восьмиклассника Максима поддерживали родители, друзья и одноклассники. Парень 5 лет занимается биатлоном. Я занимаюсь не лыжами, а конкретно биатлоном. Это бег с винтовкой. Вот, но участвую и в лыжных соревнованиях, потому что мне это нравится, этот спорт полезный как для здоровья, так и, в принципе, меня это завлекает. Забегов на лыжне несколько. Есть короткие для любителей и сложные на 5 километров для настоящих профессионалов. 2,5 километра бежали спортсмены 2007 года рождения и младше. Несколько эстафет провели для людей с ограниченными возможностями и работников предприятий. Победителем массового забега в 1 километр среди юношей стал кандидат в мастера спорта по биатлону Владислав Трифилов. Погода супер, трасса хорошая, ровная. Снег свежий. Немного не укатали, но в целом жаловаться нельзя. Все было здорово. Вот. Ну, по ощущениям, слегка тяжеловато, потому что давно на лыжи не вставал. Надо будет почаще это делать. Гонки в рамках акции прошли во многих населенных пунктах региона. Но биатлонная база на верхней террасе традиционно собирает сотни участников. На трассе нет места соперничеству. Ульяновцы приезжают за зарядом положительных эмоций. Во-первых, сегодня также проходил Кубок России по мастерствам по биатлону. То есть уже много пришло болельщиков, поэтому принял решение, что в этом же месте мы и проведем и лыжню в России. Болельщикам тоже было чем заняться. Для них разнообразные конкурсы, а самых маленьких развлекали аниматоры. В областном центре участниками стали 1200 человек. Победители и призеры во всех номинациях награждены спортивной атрибутикой и призами. Анна Тищенко, Управда ТВ.